Всем привет! Я Михаил Шабардин, вы на канале интернет-магазина ткани.эксперт. Сегодня мы говорим о правильной школьной форме. Перед началом учебного года естественным образом возникает вопрос о школьной форме. В этой теме процветают две крайности, когда учащихся зачехляют в сухую и скучную классику, а это мало кого украшает даже в юном возрасте, или наоборот, абсолютно игнорируют в одежде дух образовательного процесса. Тем временем необходимость особой одежды для успешного образования очевидна. Кто откажется выглядеть престижно, дорого, интеллектуально, при этом отражая задор молодости? В основу такого стиля легла форма престижных американских колледжей, готовящих молодежь к поступлению в элитное высшее учебное заведение. Отсюда происходит термин «преппи», что в переводе означает «подготовительный». К атрибутам стиля относится блейзер с естественной линией плеч, застегнутая на пуговицы рубашка с узким воротником, брюки без защипов. Ключевая роль отводилась деталям, правильная комбинация интеллектуальной клетки и, несомненно, эмблема, как символ идеологических воззрений. Выбор оттенков также имеет особое значение. Чтобы подчеркнуть аристократизм, незаменим косметический бежевый. Цвет сосновой иголки, индиго и средневековый синий на фактурных поверхностях дают устойчивое ощущение статуса и дороговизны. Вы можете использовать эти материалы в разных комбинациях, площадях заполнения, пробовать свои варианты, и они все равно будут гармоничны в одном костюмном ансамбле. Купить материалы можно уже прямо сейчас на сайте ткани.эксперт, а также приобрести готовый набор по выгодной цене. Подписывайтесь и ставьте лайки. Покупайте выгодно, с пользой дело. С вами был Михаил Шабардин. До встречи!